приветствую, друзья, всех, кто зашел на мой канал. Сегодня я в лесу, октябрь, можно сказать, середина октября, чудесная погода, шумят березы, вот такой березовый лес. Я зашел проверить лес на наличие грибов. Ну, год в этом году в наших местах не грибной, поэтому, в общем-то, радуемся каждому грибу, который найдем. Ну, в любом случае, по такой погоде гулять просто замечательно. Сейчас, наверное, плюс 12-13 градусов. Для этого времени года очень даже и неплохо. Сегодня у нас 9 октября. Значит, лес влажный, но сегодня будет без осадков. Посмотрю я вот в таком смешанном лесу береза-ель наличие грибов. Обязательно схожу по полям, ну так я называю, по перелескам, потому что говорят, там грибы пошли. Ну, зайду в ельник на всякий случай. Я думаю, что там грибов я вряд ли найду. Ну и вот по традиции, вот смотрите, первые два гриба, только я в лес зашел. Вот один. Вот такой шикарный подберезовичек. И вот второй. О, смотрите, друзья, сразу такие две находки. Ну и так, пойдем дальше. Смотрите, я вот все хожу вот в березняке с елочками. Смотрите, какой красавец. Вот подосиновик. Вот такой замечательный грибочек. Ну вот какой. Беленький, чистейший, думаю. Конечно. Вот такая чистота. Шикарный осенний гриб. Места вот грибные, конечно. Но в основном мухоморы. Вот смотрите. Сколько мухоморов. Разных размеров. Не знаю, просто количество огромное. Одни мухоморы. А где белые? А их пока не видно. Да, вот мухоморы, вот паутинники, их море, сочные, толстенные. Чего тут только нет. Вот козленок, что ли. Какой-то козленочек возьмем. О, друзья, смотрите, о, какой красавец. Какой великолепный белый гриб. Какой шикарный. Толстенное ножище. Вот. Смотрите. Великолепный гриб. Крепкий. Ножище крепкое. Сейчас я его подрежу. Там и так видно. Вот это грибок. Ну, сейчас поищем еще рядом где-нибудь здесь. Ну, вот зашел в ельник. Гуляю здесь. Минут 15, наверное. Здесь вообще пусто, нету ничего. Все грибы на открытых местах и где березнячок редкий. Нету здесь ничего. Ветерок поднялся, ну, грибов нет. В деревьях
вместо опят вот такие плютые олени растут. А опят не вижу. Вот изредка встречаются фиолетовые рядовки. Ну, за неимением других грибов можно их взять. Так-то они неплохие. Крепенькие. Маленькая. Такой цвет красивый у гриба. А вот, друзья, смотрите, какой подосиночек маленький. Он только лезет. Ого. Вот какая нога. Толстенный. Красавчик. Сейчас посмотрим, конечно, рядом. Ну, что-то системы нет у грибов. Растут по одному. Ну, корзиночку кладем. Еще один подосиновик. Правда, не такой молодой. Сейчас посмотрим, почистим. Но нога-то чистая. Ну, шляпу сейчас посмотрим. Не знаю. Здесь уже, можно сказать, в поле. В лесу нет грибов. Вот здесь на поваленных деревьях нашел вешенку. Вот так вот можно подсобирать. Вот. Вот. Вот так вот есть. И вот с другой стороны это вешенка. Ну, можно собрать и пожарить. Так, друзья, на сегодня сбор грибов я закончил. Собирал я 1,5 часа вот в таком замечательном, шикарном лесу. Какой там 8 октября сегодня. Замечательная погода, солнечно. Листья с деревьев опадают. Значит, ну что хочу сказать. В лесу, в ельнике грибов нет вообще. Значит, все грибы найдены на опушках, в редколесье. Ну вот там, где вот такие реденькие березки. Значит, ну из грибов сегодня мне порадовали. Попадались вот такие красавцы. Беленький. Были также некрупные подберезовички. Крепенькие подосиновики. Также попалось немного вешенки, фиолетовые рядовки, пару сыроежек, волнушка, ну что-то еще. Много грибов условно съедобных, которые я не собирал. Значит, ну что можно сказать? Если есть желание, можно, конечно, идти в лес. Прогулка. Все равно получите удовольствие от такой прогулки. Ну, грибы в этом году год не грибной, изобилия, конечно, нет. Но все равно всем полных корзин и обязательно увидимся.